Всем доброго времени суток! С вами эксперт по цифровой технике Алена. И в сегодняшнем обзоре пойдет речь о смартфоне будущего. Ведь на дворе 2019 год, а компания Oppo уже выпустила модель A9 2020. Чем же этот смартфон удивит наших пользователей? Разберемся в сегодняшнем обзоре. Компания Oppo всегда наделяет свои устройства яркими и интересными расцветками. И модель Oppo A9 2020 года не стала исключением. Смартфон выпускается в двух цветовых вариантах – сине-фиолетовый и темно-зеленый. Надо заметить, что оба цвета смотрятся очень эффектно. Размер экрана нового смартфона составляет 6,5 дюймов. При соотношении сторон 20 к 9 – почти кинематографическое. Благодаря этому смартфон будет комфортно лежать в одной руке. Кстати, по словам производителя, экран смартфона отфильтровывает синий цвет, уменьшает усталость глаз, защищает зрение и даже помогает быстрее заснуть. Смартфон Oppo A9 2020 базируется на 8-ядерном процессоре Snapdragon 665. Это хоть и не является топовым решением, но все же обеспечивает вам комфортную работу. К примеру, 48 мегапикселей – основной модуль. 8 мегапикселей – широкоформатный с углом обзора 119 градусов. 2 мегапикселя – для макросъемки. И еще 1-2 мегапикселя для портретного режима. Все это позволяет вам снимать видео 4К, делать отличные портретные и панорамные снимки, и даже вести съемку в условиях плохой освещенности. Фронтальная же камера обладает довольно серьезным разрешением – 16 мегапикселей. А функция определения лиц будет очень уместна при создании групповых селфи. Смартфон обладает довольно емким аккумулятором на 5000 мАч, а также функцией обратной зарядки, что обеспечивает вам до 11 часов работы смартфона без подзарядки в режиме просмотра видео. А если у вашего друга или знакомого такой же смартфон, то вы сможете использовать Oppo A9 2020 как внешний аккумулятор. Вам понадобится всего лишь OTG-кабель, и вы точно не останетесь без связи на двух устройствах. Oppo A9 имеет тройной слот, то есть вы можете использовать две сим-карты и карту памяти. При этом сам смартфон имеет 128 гигабайт встроенной памяти и поддерживает microSD до 256 гигабайт. Немаловажный факт. В смартфон установлен модуль NFC. Он позволяет вам использовать бесконтактную оплату и быстро сопрягать ваше устройство, к примеру, с портативной колонкой. Смартфон Oppo A9 2020 – это смартфон с привлекательными и хорошо работающими характеристиками. Можно с уверенностью сказать, что у китайского производителя Oppo появился новый лидер, а у других смартфонов со средней полки – новый конкурент. Ну а приобрести данное устройство вы можете у нас на сайте knowhow.rf, где вы сможете сделать заказ, а также оформить его в рассрочку. Ну и, конечно же, приходите в наши розничные магазины в KnowHow, где вы можете поговорить с экспертом, который расскажет вам, как пользоваться устройством, настроит его и, конечно же, оформит вам нашу бонусную карту KnowHow. Ну а на сегодня все. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!